Всем привет, ребята! Меня зовут Ронни. И сегодня в этом видео мы с вами поговорим про очередное обновление Adopt Me. Ну, как сказать, что это обновление? Это, скорее всего, тест. То есть, сегодня мы с вами будем говорить про обновление. Ну, как хотите называйте обновление, хотите называйте тест обновления. Я буду называть это обновление просто. В общем, Adopt Me в своем твиттере выставили много видео, я не знаю почему, но они стали проявлять такую большую активность, то есть очень много видео повылаживали за это все время. Ну и давайте сейчас мы, наверное, с вами рассмотрим подробнее эти все фотки, которые я заскриншотил. Так, ребят, вот у нас первая идет фоточка. Здесь мы видим с вами, вот так бы у нас выглядел тест-сервер, который есть в Роблоксе, но я не знаю, как он называется, поэтому не могу зайти туда. Хотя я знаю, ребят, что когда заходишь, у тебя там просто пишет loading save, и все, и оно больше не заходит. То есть там только голубой экран, и пишет loading save, и больше не заходит туда. И вот так бы выглядел сам сервер, если бы мы смогли туда зайти. Вот вы сейчас видите на экране. Вот так бы выглядел эксперимент. Прикольная очень обложечка, собачка там такая прикольная и так далее. Ну, в общем, вот так бы оно выглядело, если бы мы могли туда зайти. Ну, к сожалению, я не знаю карту, и я не могу туда зайти. Так, следующая фоточка, это у нас вот такая вот дверь, которая может телепортировать нас домой. Но, скорее всего, видите, там сверху написано слово «парк». Я подозреваю, что ты будешь там писать сверху слово, куда ты хочешь попасть, в какое именно место, там в парк, в школу, домой или так далее. В общем, я думаю, ты будешь тогда писать слово, потом нажимать на этот сейв, и тебя будет телепортировать в то место, которое ты написал вот там вот на двери. Я думаю, все-таки Adopt Me добавит эту дверь. Вроде прикольно выглядит. Мне нравится. Я бы очень сильно хотел, чтобы ее добавили. Ну и последняя, к сожалению, фоточка. Это вон у нас вот такая вот школа двухэтажная. Очень классно выглядит. Просто посмотрите на эту прелесть. Она такая двухэтажная, классная. Там лесенка такая. Мне нравится. Ну, я думаю, что там еще будет все-таки сверху показывать, сколько питомцев находится сейчас в этой школе, или сколько людей сейчас в этой школе, чтобы ты знал, можно ли идти положить своего питомца туда спать, или что-то типа такого. Ну, я думаю, это вообще бесполезная штука. Думаю, Adopt Me все-таки не сделает этот показатель, сколько там людей и сколько там питомцев. Ну, я думаю, они все-таки школу такую прикольную сделают. Хотя, можете, ребят, видео посмотреть в твиттере, Adopt Me там, да, выставили. И там есть такие фотки. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. И желаю всем новогоднего настроения.